Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли». Дневники «Мисс Ликви Моли» продолжаются на телерадиоканале «Страна FM». Я еще раз напоминаю, что мы выбираем первую красавицу страны. Можно прямо сейчас зайти на сайт страна.fm и в разделе «Акции» полюбоваться на всех. А мы, так сказать, каждый день представляем одну участницу поименно и подробно о ней рассказываем. Но сначала... Там, кстати говоря, на сайте хочу уточнить для тех, кто не знает. Заходите срочно. Там потрясающее количество удивительных, волшебно красивейших лиц. Я про это сказала, пока ты видал в облаках. Я хотел добавить от себя еще. С мужской точки зрения. Влад любуется. По пять раз в день заходит туда и говорит: ай-яй-яй, какие красотки нас слушают. В общем, друзья, если вы хотите принять участие, вернее, даже подруги, то вам нужно сделать красивую фотографию, селфи, или пусть вас кто-то сфоткает. Выложите фотографию в сеть Инстаграм или ВКонтакте с хэштегами «Мисс Ликви Моли», «Страна FM», а также visitnorway.ru. И вас найдут, и, возможно, вы станете победительницей. Итак, прямо сейчас... Нет, не о чем, конечно. О ком мы будем говорить? Говорить мы будем о девушке. По имени Елена. Зовут ее Елена. Она из города Санкт-Петербурга. Прямо сейчас, кто нас смотрит, друзья, смотрите на экран внимательнее. Вот, пожалуйста, наша прекрасная Елена из города Санкт-Петербурга. Лене 30 лет. Она очень любит путешествовать. Уверена, что путевка в Норвегию достанется ей. Ну, а как именно иначе? За ее борется, ну, конечно, да, наша девушка. И еще Елена про себя написала, что интересуется культурой разных народов. Катается на горных лыжах. Спортивный человечек очень. Увлекается плаванием и кулинарией. У нее даже есть красный диплом по специальности повар-кондитер. Мы ждем тортов, печенок. Не так, чтобы мы прям настаиваем. Но если вдруг вы угостите, мы будем рады. Елена, вы потрясающие. И все прямо сейчас в этом могут убедиться. Желаем вам, конечно же, исключительной только победы. Да, и другим девушкам тоже говорим, что шанс есть. Итоги будут подведены 27 декабря, и тогда будет разыграна поездка в Норвегию. А в эту пятницу мы уже разыграем, так сказать, подведем предварительные итоги, и кому-то достанутся очки виртуальной реальности. Вот так вот все у нас здорово на телерадиоканале «Страна FM». Да, ну и что, к следующему часу переходим потихонечку. В следующем часе небольшой анонс. Да, тоже будет прекрасная, замечательная девушка, красавица, умница, которая принимала участие в переписи населения страны и выиграла iPhone 8. Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли».